Я, блин, думал, как включить. Дима, это я сейчас спать пошел. Ну, спокойной ночи, Дима. Ну ладно. А, реально ладно. Реально ладно. А мне надо, чтобы мне на эфире накидали, мне сказали, что... Мне сказали, что с этого... С привата не капает бобы. И те, что мне в сообщениях кидали, тоже не этот. Как хочешь. А мне надо, чтобы тут кидали. Потому что другие не засчитываются в план. Все капает. Не поняла. Так это мой куратор меня наебал. Ну, он, наверное, меня наебал, потому что мы с ним тогда по видеозвонку болтали. Я ему сказала, типа, мне там люди пишут, давай я пошла. Он такой, нет. Да-да. Конечно, он не. Ребята, скиньте 8 000 на снятие брекет. Сколько за железки я дала в зубы? Что-то я по чекам смотрела. Около 60-70. Потому что я студент. Настюша лучше. Спасибо. Спасибо, спасибо. А что с хуяли? С хуяли лучше. Не поняла. Ну ладно. Так дешево. Так реально дешево. А я что, миллионер, что ли? Пипикс. Пипикс. Нет, пипикс. Ну, спасибо, блин. Итан пришел. Итан, это тот, который... Ой, Янгин у меня пришел.